И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас, по крайней мере, весь этот зал. Попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренко. Это случилось прошлой ночью, 1 июля 2021 года. Цель – обездвижить, цитирую, захватить, бросить багажник, вывести в лес, самое глухое место, отрезать язык, взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, те, кто был нанят за 10 тысяч долларов, деньги были перечислены, он должен осуществить эту операцию и заснять на камеру и выложить в интернет. Это как предупреждение. Смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки.